Всем привет! Крайний раз был в Виктории аж в марте месяце. Знаете, такое ощущение, что у матери сына забрали. Ну что ж, мама, встречай сынулю! Брест май гандбол! Погнали! Двадцать второй турнир памяти Анатолия Петровича Мешкова. 22-й выпуск «Около гандбола». Не, просто совпадение. Здравствуйте, а пригласительный на игру можно? Заранее на такие мероприятия приходить надо. Сейчас 17:00. Именно в это время схлестнулись в неравном поединке ветераны брестского гандбола и сборная журналистов. И все это за дверью центральной арены. Победа ветеранов брестского гандбола со счетом 22-13. Как вам организация вообще вот этого матча журналисты против ветеранов? Хорошая. Уровень высокий. Волнение, конечно, присутствовало. Перед стартом матча нас предупредили, что ребята, это вам не россияне, с которыми мы уже 3 матча провели. Тут будет все серьезно, все намного круче, все жестче. Так что готовьтесь к бойне. Что больше нравится и что сложнее, журналистика или гандбол? Семейная жизнь. Что хотите приобрести здесь в фаншопе? Наверное, бейсболочку я возьму себе. Уж больно мне нравятся они. Мы с ребятами поспорили. Фанаты поют на трибунах «Наша возьми» или «Маша возьми»? Нет, «Наша возьми». Потому что мы победа. «Наша возьми». А можете прокричать? Наша возьми, тын-тын-тын-тын-тын-тын, наша возьми, тын-тын-тын-тын-тын-тын. Поначалу кричали «наша», «маша», «ваша», «каша». Ну, все, что знал, рассказал. Мы болеем за БГК и кричим всем, что «наша возьми». А что это значит для людей, которые не знают белорусского языка? Победа будет за нами, ну, если так, приблизительно. Наша возьми. Ну, могли не отвечать, я просто троллю. Были вчера на матче с Камашеком? Да, нет. Скажи мне, детка, да или нет? God. Да, нет. Нет, к сожалению. Поскольку учебы, я не смогла уйти с пар. Мне кажется, даже Машека не приехала. А, да, смешно. Как вы думаете, почему футболисты после игры обмениваются майками, а гандболисты нет? Ну, потому что я считаю, гандболисты выше класса, чем футболисты. Ну, потому что, наверное, мы плохо бросим. А хотелось бы увидеть голова Пешича? Пешича? Ну, не Пешича. А кого? Хотел, неважно. Ну, все-таки такой еще традиции у нас нету пока, но думаю, скоро такое будет. То есть вам бы хотелось посмотреть на голые торсы наших игроков? Конечно. А на кого именно? Это секрет. А гандболисты дарят своим преданным болельщикам? Это опять тебе. Это обратно тебе. Это все время тебе. Что нужно было сделать, чтобы попасть на матчи Кубка Республики Беларусь? Во-первых, должно было быть огромное желание, свободный вечер. Даже если он не свободный, забить на все и прийти на арену. Просто быть болельщиком. Просто быть болельщиком, да. И просто прийти. Просто иметь желание. Понятно. А где и самое главное, что вы в последний раз получали на халяву? Сегодня на халяву на участке получил крота.
счет 14-12 в пользу, конечно же, наших любимых мешковцев. А сейчас на площадке будет происходить много чего интересного. Как победила? Накручивала там как-то голоса или как выбирали вообще звезду? Понятия не имею. Просто попросила друзей поддержать меня и понеслась. Один из основных призов – это ужин в Жюль Верне. Скажи честно, проблем не будет с этим? Ешь после 6? Ем. Уже знаем, что ужин будет с Тюменцевым. Как думаешь, это связано как-то с тем, что он один из немногих, кто не женат? Нет. Может, так руководство хочет быстрее его куда-то сплавить, найти жену ему? Это надо у руководства спросить. Чем отличается мисс БГК и мисс Мира? Ну, мисс БГК – это… Кто круче? Конечно, мисс БГК. Какой из подарков вот самый-самый-самый-самый-самый-самый-самый приятный? Наверное, вот эта ленточка. Самое приятное. Само звание, наверное, больше всего радует. Я завидую вашему молодому человеку, что вас можно порадовать куском ткани. Можно даже сказать, что это моя первая награда за мою жизнь, мою карьеру. Я никогда не выиграл никакой кубок. Так что очень приятное ощущение. Получается, звезда БГК идет на ужин с Александром Тюменцевым. Правильно? А я это не знаю. Это первая новость. Да, на самом деле это так. Платить придется тебе или все-таки БГК за тебя заплатят? Я даже не знаю, но надеюсь, что если я пойду на ужин, даже это не знал, по крайней мере, меня кто-нибудь пригласит. Почему у тебя такой маленький кубок, а у Никуленкова большой? Не знаю. Это сегодня будем вино пить вот сюда. Тогда мне лучше меньше выпить. Это особенный турнир для БГК? Это все. Это то, ради чего существует команда. Ради этого турнира и победа в этом турнире. Второй год подряд проводится мисс БГК. Не пора ли ввести уже мистер БГК? Я знаю одну кандидатуру хорошую. Ребята, я так понимаю, что эта вся инициатива идет сниз. Когда мужики однажды сорганизуются, тогда и будет мистер БГК. А пока женщины вас делают. Вы все прекрасно видели сами. Мне даже нечего добавить.